Это у нас улица Гоголя. Сейчас еще пока что не сильно все растаяло, но растает. Это вот сейчас 8 марта. Смотрела как-то ролик Бахмакова нашего, сняла администрация наша. Выложил его на YouTube. Ссылочку я на него скину. Она будет в конце этого видео в углу экрана высвечиваться. Ссылка на это видео. Вот. Мы благоустраиваем центр. Все у нас хорошо. Бахмакова с высоты птичьего полета очень даже красиво. А вблизи его навряд ли кто показывает. Все боятся, всем страшно. Как же так? Вот улица Гоголя. Она асфальтированная. Скоро вот в этих местах будут болота. Одно болото есть. Вот люди здесь кое-как, вот здесь по краешку проходят. Еще пока по той стороне не ходит. Зато у нас Бахмакова вообще камнем выложено. Наведена красота. Вот. И вот такая вот, такое вот море у нас. А то, что в Бахмакове на некоторых улицах воды практически нет. Этим никто не занимается. Главное, что в центре. Как говорится, морду покрасили, а жопу обосранную так и оставили. Вот у нас дальше идет. Все вот это вот будет морем. Здесь люди будут плавать. Это происходит каждый год, каждую весну. А если лето дождливое, то еще и лето будет в таких лужах. Это Бахмакова, Пензенской области, улица Гоголя. Конечно, у нас еще и похуже улицы есть. Главное дело, в центре выложено камнем. Красиво все. Вот. Спасибо за внимание. До свидания. В следующий раз еще что-нибудь выложу.